Собственный бизнес как медаль, у которой две стороны. С одной, это возможность самореализоваться, повысить уровень жизни и получить почти неограниченную свободу. С другой, это путь, наполненный рисками, препятствиями и трудностями. Зачастую страх столкнуться с ними и мешает решиться на открытие собственного дела. А этап стартапа и вопрос, с чего же начать, пожалуй, больше всего пугает начинающих предпринимателей. Впрочем, как говорят сотрудники МФЦ, один на один с трудностями молодые бизнесмены не остаются. Многофункциональный центр – первая инстанция, куда им следует обратиться. Когда субъект малого и среднего предпринимательства приходит в МФЦ, мы его консультируем по поводу комплектности документов для той или иной операции и говорим, что помочь в сборе этих документов вам может сотрудник бизнес-инкубатора. При этом никакой беготни по кабинетам. Теперь обратиться к представителю бизнес-инкубатора можно прямо в МФЦ. Раз в неделю здесь организован прием для предпринимателей. То есть предприниматель получает документ о госрегистрации в одном окне, а в другом окне он может подойти и получить консультацию о дальнейших своих действиях в новом статусе предпринимателя. Если в уже раскрученном бизнесе многие вопросы решают нанятые на работу специалисты, то начинающий предприниматель вряд ли сможет позволить себе сразу взять в штат бухгалтера-юриста. Как правило, он один, что называется, и швец, и жнец. А проблем немало. Как заполнить декларацию, в какие сроки ее сдать в различные органы, какую систему налогообложения выбрать. Очень много вопросов по поводу лицензирования. Предприниматели не знают, нужно им иметь лицензию для осуществления того или иного вида деятельности или нет. Очень много вопросов по аренде площадей, по регистрации на порталах госуслуг, по регистрации на портале «Бизнес-навигатор» для субъектов МСП. Все это мы и объясняем на этапе стартапа. В случае, если усвоить сразу весь необходимый объем информации предпринимателю не удалось, за дальнейшими консультациями можно обратиться непосредственно в бизнес-инкубатор в Грации, который располагается в этом же здании этажом выше. Совместный проект МФЦ и бизнес-инкубатора стартовал буквально месяц назад, но уже успел завоевать популярность среди тех, кто планирует или только-только присоединился к бизнес-сообществу Городецкого района.